Вот мы, походу, нашли обидчика, ребята. Вот это их дом, смотри. Потолок армор, да? Стены армор. Он спустился, он на крыше был. Там, где карта вроде был. Я думаю, это кыс-кыс. Вот бы вижу. Видишь? Бежит. Он ко мне бежит. Да-да-да, кыс-кыс. Он в карту бежит, да. Пошли в карту, закроем его. Ты пошли. Да-да, вот он в карту бежит. Нет, он все вылез, он спустился, два человека. Да, да, это они. Продамажил сильно. Положил кыс-кыс. Да. Где они живут? Скажи, пожалуйста, где они живут? Как они зовут? СМГ, полуавтомат, мачете, куча патронов. ХАЕшные патроны нашли чуваки. Mm-hmm. О, короче, они полностью этот залутали. Сет брони нормальный. Полтора сета брони у того, что было. На, смотри, СМГ взяла. Ты чё? Ойл рефайнер нашли, слышишь? У меня нет места, пожалуйста. Куча карточек, Вика, бери. У них очень много всего. На картах. Убиваешь? Угу. Только не видишь, возле вина. Выйдет? Охереть, он мне напихал. Нет его чела. Нет, он все-таки плывет к вам. Через камни. Кыс-кыс. То есть это третий у них чел, да, плывет, значит. Раз. Да. Вот он выплывает на берег, третий чел. Слева ты, да, ты куда ты идешь, да. Рядом он со мной туда... выплывет? Ну да, но в эту сторону, куда ты идешь, надеюсь, правильно идешь. Я иду, лутану кыс-кыса. Спальники, куча бобовок, куча вот динамита. Он слышишь? Клан. Он клан. Хорошо. Бежит, да, слышишь? Он прямо вижу, у вас... вижу. У меня куча динамита и куча этих бобовок. Они пришли рейдить. У меня 10, 20, 30, 40, 50, 55 бобовок, 7 динамита, плюс да, еще. Да, да, да. У него лестница. Угу. Берите. Да. Уже вот столько у нас бобовок. Мы, если что, еще ни одну бобовку и ни один динамит сами не сделали. Это все вот эти чуваки нам ходят, их носят. Бах им херню. Сколько? 4? Ну, вроде, да. Бам. Донатер. Дэн, прикинь. С двумя Опа. Калашами спит. О, сталь Армор есть. Да-да-да, мы здесь подсаживались. Я не помню, правда, как мы это делали. Где? Я прямо там в полный рост практически, вот. Да. Фига ты, птичка. Залажу. И это все-таки... Да, это камень. Прямо в центре. Чтобы не лохануться, ставлю 10 бобовок на слот. Ставлю 10 бобовок. Мать моя. Я провалился. Вот, я чую его. Так. Видишь, моя чуйка задница как чуется. А, это полустенки. Ну, я выбил потолок, но это полустенки. Но это каменный, в принципе, я могу дальше вниз бомбить. Либо вот тут пробомбить. Где выгоднее будет, думаешь? Я не знаю, что там происходит у тебя. Давай сюда дальше, в центр накину 10. И потом еще 10, и я, по сути, буду в лутовой, скорее всего. Лучше бы ты лестницу еще одну взял. Так, ну, как бы я его возьму, мне это зачем? Я сейчас уже не это. Сейчас упадешь туда и опять. Бум. Лутовой. Из лутовой ты как вылезешь? Там армор, да, дальше. Ну, вот центровая нужно нести, что? То есть, как вариант, мы можем тупо двери пробомбить. Можем тупо двери выбить, а не крыши. Или крыши. Просто на крыше 12 уйдет, а тут всего этого. Ну вот, если тут пробивать армор, плюс нужно будет вот этот камень все равно попробивать. Потому что он это мешает очень сильно, чтобы мы армор весь коцали вокруг. Или ты лучше считай, потолок тогда зафигачить. Давай я могу накинуть еще 10, чтобы выбить смотри. Стенки. Накидываю тогда 10, чтоб 3 выбило. Да, вот. И теперь мы можем выбить 3 армированных этих. Так, в общем, на сдачу вот эту херню добьем. Спальник ничейный. Это без замка, есть скраб. Все отсюда все забрали, да. Идем домой. Так, ребята, короче, осыкую. Видите, очень лютая, очень лютый у нас этот. Все, гол. Так, ребята, добежали. Очень долго бежали, плыли. Что-то у меня с голосом происходит. Мне нужна, ребята, подсадка. Нас много вроде. Смотри, смотри, тот чел проснулся, который мы это... Угу. Кто, Дэн? Нет, Нандах какой-то. Так, что, все, я бомблю, Вика? Ну, они друг на друга просто. Жесть. Первый раз так-то с базуки работаю так сам. Но нет, не первый. Мы китайцев бомбили тоже с базуки. Что у меня с голосом?
Дикс. Я надеюсь, урон уходит не в камень, а в армор. Да, да, в армор. Лутовая. Кровать и шкаф. Кровать ломай. Залезь с лестницы сюда, пожалуйста. Я не смогу, мне они подсадку не дадут нормально. Ну, подсаживайтесь кто-нибудь. Турелька дробашная есть. Ломаю шкаф. Можете шкаф поставить свой. Рядом поставить? Да-да-да. Все, поставила. Бляха. Пропиши меня, пожалуйста, в шкафу. Не ремувайте так жестко. Очень много камня, очень много металла. 1000-1500 скрапа в ящике. Хату себе можем оставить армированную. Кто стрелял? Они стреляли или чё? Так, печки. Проверяю печки. Пустые печки, тупо. Всё, если забрали, чё? Кибитку утащили. Крафты. Тут по периметру, короче, двери. Да? Да. Показывайте мне, пожалуйста, что там лежит. Там была базука вроде. Так, тут куча этих металлических этих. Тут что у нас? Патроны есть. Там РПГ пишет лайк. Отлично, РПГ-ху нашли. А заряды есть? Куча компонентов, отлично. Тут оружие. Большие печки, да, тут смотри, один динамит. Большие печки есть. Сульфура есть. Много довольно сульфура. Есть много оружия. Это вы? Да-да-да, полуавтоматы. А никто не хочет сюда переехать? Я предлагаю сюда тупо переехать. Это оставим. Оу. Иди-ка на вот жизни, сейчас. Нужно будет с крыши разобраться. Так, ничего больше не ломается. Ставим тут двойные двери. Тут две двери, если что. Одна металл. Или как ты поставил только что? А, да, все. Там наша дверь уже. Теперь давай разберемся, знаешь, с чем? А, я вот эту лесенку ломаю и ставлю здесь вот этот люк. Буферки надо все разобрать. Короче. Ну, эта хата явно защищеннее, чем наша же будет, верно? Правда, ее владелец может прийти возвращать. О. Чуваки в армор броне проехали на хаммере. С болта по мне лупят. Но они сигналили. То есть они, мне кажется, за ракетами поехали. В общем, проехал тут хаммер. Сыкотно. Изучаю четырехкратник и базуку. Чтоб если нас зарыли, чтоб у нас уже прям вообще полный пакетище был. Всего, что только возможно. Будем сейвить, значит, хотя бы так что-то. Хотя бы, блин, все, ну, так обидно, блин. Все изучено, но, блин, рейдит каждый день. Это жесть. Без брони челик был. Ты понимаешь? Продамажу, урон не прошел. Он один был? Нет, вот там тело. Ой-ой-ой. Ой, а как вы так метко стреляете, ребята? Это китайцы, что ли, были? И строят херню. Смотри, что делают. Прикрывай, я долбану сейчас ракетниц. Я не понимаю, ни вверху или нет. В смысле, ты сейчас где сама? Я на лестнице сижу. Мне нужно пару ракет скрафтить срочно, Вика. Они там? Я не знаю. Я спущусь, как они на крыше сидят. Я хочу с базуки долбануть по ним. Они крышу. Быстро почини, пожалуйста. Спускайся вниз, чини. Бегу. Чини, чини, быстро. Ай. Пробили херню. Чини, чини. Тупо сидит сами, чини, окей? Они, если что, уже в этом. Прямо на потолке. На потолке. На потолке прямо, все уже, двери не открывай. Чини, сиди в шкафу и чини. Ты резы взяла, чтобы чинить? Да. Все, сиди. Сталь, металл. Если спальник сверху... Камень то... нужен, камень. Чини быстро, быстро, быстро чини. Чинишь? Да. Смогла починить? Нет, 104 секунды. То есть нельзя, да, сразу чинить, так? Нет. А нам нужно, Вика, их убивать. Либо просто как-то выходить и убивать их. Потому что мы сейчас как, ну, как дебилы поступаем снова. Чай. Туда пробились. Вижу. Да. Вижу. Потолок пробили. А Моника, мне прям жестко хотят. Прямо жестко к тебе? Прям жестко ко мне, мне страшно, алло. Положил их? Я сам себя убил, Вика. Я сам себя с ракетницы долбанул. Подними, пожалуйста, иди сюда. А-а-а.
Их вроде не так много. Они накинули сихи на дверь. Нам тут... No fine. Вот сюда накинули. Злодеи убили. Погоди. Дерево, камень, металл, сталь. Они где? Они прямо тут. Твою мать. Они накидывают сюда. Не ставится. Где? Почему не стреляет пушка у меня? У меня почему не стреляет? Нас снова эти же зарейдили, слышишь? Это ниже? Да, снова вот это то же самое. Почему у меня не стреляло оружие? Я зажал ЛКМ в упор. Я не это. Я бы их сейчас всех бы убил бы. Там у него, не знаю, наверное, миллиметра два осталось. Сантиметр где-то. Нет, а в чем проблема? Нет, почему? Может, скажи мне, рядом. Знаешь что? Почему вот эту хату не трогают? Почему эту хату не трогают? Мы весь лут перенесли в ту хату, и ту хату рейданули китайцы. У меня тупо ни одна пуля не выстрелилась. Я не знаю, как в это играть, если меня одни и те же челы рейдят. Одни и те же челы рейдят. На сервере 40 человек, почему меня рейдят одно? В общем, отстроились заново. Ничего вам не стало показывать, все быстро сделали. Ну, не совсем я это сделал, со клана отстроились. Ну, как отстроились? Типа, вот эта хата же осталась. Ну, а же почему-то хату именно с ресами вынесли. Вот эту пустую хату, до которой домогались целый день. Ну, ее трогать почему-то не стали. А хату с ресами сразу же китайцы на хаммеры вынесли. В общем-то, тут особо ни хера нету, я вот из этих, из суплисов взял вот себе броню, берданку из ящика, и сейчас будем фармить. Вроде там уже челики нашли, что рейдить, так что, возможно, скоро отправимся на рейд. На этом моменте видео подходит к концу. Всем огромное спасибо, кто смотрел. Желаю вам всего самого-самого-самого наилучшего. Удачи и пока.